Два человека пострадали в результате аварии на улице Сабит. Это рядом с жилым массивом Салмычи. По предварительной версии, водитель автомобиля Hyundai Solaris выехал на встречную полосу прямо в лоб едущему там Renault Duster. Удар был сильный, машины превратились в груду металла. Обоих водителей госпитализировали приехавшие на место происшествия медики. Нафиса Миниязова была на месте аварии. Автомобили после столкновения превратились в груды металла. При въезде в поселок Салмычи на высокой скорости лоб в лоб столкнулись автомобили Hyundai Solaris и Renault Duster. Одну из машин после удара выбросила с дороги в кювет. Другая осталась на дороге и сильно затруднила проезд для остальных участников движения. В результате аварии сильно пострадали оба водителя. Лобовой удар двух иномарок был настолько сильным, что автомобиль Renault даже отбросило на обочину. Обоих водителей с различными травмами госпитализировали в больницу. По словам очевидцев, водитель Hyundai выехал на встречную полосу и просто протаранил французскую иномарку. Почему, а также степень вины каждого из водителей теперь предстоит выяснить автоинспекторам. И, вероятнее всего, только после того, когда их обоих выпишут из больницы. Нафиса Миниязова, Константин Бушуев, «Вызов 112».